Посвящает эту песню женщинам, кокетливым и доверчивым, брюнеткам, блондинкам, рыжим, от метра 50 выше. Общественная организация «Союз женщин Подмосковья» на территории нашего муниципалитета начала свою активную деятельность в 2005 году. Основной целью этого добровольного объединения стало создание комфортных условий жизни, работы и досуга не только участниц организации, но также их семей, друзей и знакомых. Мы живем мыслями и всеми чаяниями города. Мы знаем, что в городе, какое дерево мы посадили, где мы уборку сделали, где открыли памятник. То, что в городе творится, мы все всегда знаем. 17 марта в Видновской центральной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию создания Ленинского отделения Союза женщин Подмосковья. Елена Ястребова возглавляет организацию с момента ее образования. Может быть, кто-то из вас знает, что девиз нашей организации в Союзе женщин – сила. Но сила наша мягкая. Она деликатная, она созидательнее. На сегодняшний день Ленинское отделение Союза женщин Подмосковья объединяет 115 активных видновчанок и жительниц других поселений городского округа. Союз объединяет представительниц разных профессий. Татьяна Казакова – врач-стоматолог, 30 лет проработала в Петровском военном госпитале. Когда мы собираемся вместе, мы действительно, вот уже возраст у нас такой, что мы общаемся друг с другом. И это имеет большое значение для здоровья, для всего. Союз женщин Подмосковья поддерживает хорошие отношения и сотрудничает со многими общественными организациями в городском округе и регионе. Участницы объединения решают социальные, культурные, образовательные задачи, проводят интересные мероприятия и реализуют благотворительные проекты. Местное отделение Союза является организатором многих конкурсов и праздников. После официальных речей и вручения благодарственных писем и подарков для гостей состоялся праздничный концерт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.